Здрасте. А правда, что твой муж не хочет снимать с тобой видео и так далее? А, да, это абсолютная правда, но маленькая поправочка будет в этом вопросике. Он не хочет снимать видео не со мной, а вообще. Он не хочет вообще снимать видео. И, естественно, со мной тоже. А, так как я сама была человеком очень далеким от всех социальных сетей и научилась выкладывать сторис буквально полтора года назад, я его понимаю, принимаю и не давлю на него. Я не буду заставлять его сниматься со мной в видеороликах ради контента, если он еще не принял себя в кадре. Он не может воспринимать себя, как он выглядит на фотографиях, как он выглядит на видео. И я его понимаю, потому что сама была такой же. Я через это прошла. Мои влоги на YouTube, в которых он появлялся и было видно его лицо, он разрешил мне не удалять, потому что, ну, почему бы, блин, уже и нет, раз появился, что уж там. Но в новых видео он появляться не будет.